15 июня в эстонской основной школе сил Ламяя прошел выпускной вечер. К слову, это был последний учебный год в старом здании. Комментарий директора школы. Я работаю в школе уже много лет, и этот, получается, у меня юбилейный выпуск 30-й. Школа мы открыта, у нас первый класс уже, первых два класса набраны. И сейчас есть и заявления о другие классы, но, конечно, тут мы опять смотрим, больше нормы мы, конечно, не будем тоже брать. А выпускникам всем желаю, чтобы у них была бы своя цель, куда они идут, чтобы эта цель достигнута, чтобы дальнейшая учеба, независимость гимназии или уже идут учить профессии, было действительно то, что они нашли бы то, что они хотят, что им нравится. Потому что работа, когда она тебе нравится, тогда она в удовольствие, и тогда и все трудности намного легче. Пообщаемся с выпускниками школы и их родителями. Для меня означает, что я закончил свою школу, очень хорошее настроение у меня перед закончанием школы. Мне запомнился мой класс, потому что он был очень смешным и очень для меня радостным. Эмоции очень сильно перевыполняют по той причине, поскольку я и сам здесь когда-то учился. И очень плохо то, что школа все-таки закрывается и переходит в другую школу. И, как говорится, надеемся на наилучшее, и то, что у меня следующие дети тоже пойдут сюда. Ну, учиться было нетрудно, учителя много помогали. А немного грустно, что покидаю школу. Нет, не было трудно. Во многом помогали. Грустно. Становится старше, становится выше. Он уже выше меня. Пойдет в гимназию. Я надеюсь, что там все хорошо будет. Учимся на эстонском. У меня был большой смысл именно, чтобы он поступил в эту школу, потому что школа изначально для эстонцев, для эстоноязычных и для тех, кто хочет учиться на эстонском языке. То есть у нас полный класс, все русскоговорящие, все закончили хорошо, на хорошие оценки. Успеваемость очень хорошая была. Поздравления от мэра города. В школах идут торжественные выпускные. Поздравляем всех выпускников. Желаем всем счастья, смелости реализовать свои мечты. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН ТВ.